Следственные органы ищут очевидца ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 3 июля 2016 года на объездной дороге Мурманска около 8 часов вечера. По предварительной информации, водитель мотоцикла «Хонда» выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером. Мотоциклист скончался по пути в больницу. Владельцу автомобиля повезло больше, женщина отделалась ссадинами и ушибами. Полицейские разыскивают свидетелей аварии, а именно водителя или пассажиров авто, которое двигалось следом за участником ДТП. Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией, позвонить по телефонам, указанным на экране.